PokerBet. Обирай свій спорт. Поки ми з вами ведемо цю цікаву, як завжди, з вами бесіду, надходить інформація про те, що перемовини Путіна і Кіма завершилися, тривали вони рівно 2 години, далі у лідерів запланований обід. 2 питання, чи не буде боятися їсти, не фуагру, а чим там будуть годувати якимись куропатками Кім Чен Ін обідати у Путіна, знаючи, які різні в нього бувають повари, яка доля їх чекає. І 2 години – це дуже багато для того, аби вторгувати з обох сторін те, що хотіли, з чим їх їхали один до одного, з чим зустрічалися диктатори. Ні, слушайте, 2 часа, навіть через переводчиків, поэтому, если, я думаю, прочитаете, если вы почитаете, так сказать, транскрипт этого всего, то вы убедитесь, что это очень короткая беседа на самом деле. Ну, это реально очень короткая беседа. Я вот видел, показывали сейчас по CNN, как они разговаривают, все это не спеша, поэтому я думаю, что транскрипт поместится на несколько страничек и никаких там сенсации, как говорится, не будет, скорее всего. Вот вряд ли они там сидели и какие-то сенсации оговаривали. Так, намеки, полунамеки и так далее. А насчет обеда я не уверен, кто кого кормит. Знаете, мне кажется, что Ким Чен Ын это российское говно жрать не будет. Ну, потому что я читал о его привычках гастрономических, и вот они вообще не вписываются. Потому что у Путина, я читал меню Путина. Помните, его опубликовали сейчас, когда Эрдоган приезжал. Там какие-то биточки, котлеты, пюре, ну какая-то такое все, знаете. Столовая номер 6, это сам меню номер 13 для больных, этим самым, не помню чем там, язвой желудка. Вот. А Ким Чен Ын, он привык именно к излишествам, в смысле излияния, шампанское, икра, все вот эти дела. Никак. Где крабы, где вся вот эти дела, он скажет, я это жрать не буду ваше. Он не так живет, вообще он живет красиво. Поймите, человек личного своего дядю расстрелял из зенитного пулемета. Но это же красиво все-таки, да, это по-панковски жить. Это не вот это унылое, что ты даже своего личного повара вынужден сбивать ракетой ПВО, правильно? Угу. Вот. А этот сам взял своего дядю и расстрелял из зенитного пулемета. А другого какого-то своего генерала, ну, дядя был тоже, естественно, генерал, но другого генерала, который не дядя, он скормил крокодилом просто. Взял крокодилов, взял этого генерала и лично его скармливал. Живого, естественно. Вот. Поэтому все-таки Ким Чен Ын привык к более таким, ну, красивой жизни. Не такой серой и убогой, как у Путина. Пане Михайле, і все-таки мене дуже цікавить ваша персональна позиція щодо Китаю, тому що є 2 версії. Що Пекін дав зелене світло на це все, і Пхеньяна взагалі без Пекіна не робить і кроку, і що Китай розцінює Північну Корею як незаконне угрупування ДНР, грубо кажучи, і тобто це робить за все за погодженням з Китаєм. Це каже Мохаммад Фараджалах, зокрема експерт з україно-арабських відносин. Є інша версія, наприклад, Ігор Ретирович, політолог, мала з ним бесіду, він каже, що Китаю взагалі не подобається. Китай просто розлючений ось такими діями КНДР і можливою співпрацею, наданням озброєння і те, що ще й КНДР може створювати загрози в регіоні. Ви все-таки думаєте, тут правда з якогось одного з цих боків чи десь посередині? Ну, посередині, але ближче ко второму варіанту. Тобто, я не знаю, чесно скажу, там, зляться ли в Китаї зараз, не знаю. Но то, что я с достаточной степенью вероятности могу сказать, что Ким Чен Ын учитывает все, что ему скажет Китай. Он не является там прямо колонией, прямо лично указание ему нельзя давать. Ну, все-таки независимое государство, у него там член ООН, все такое, что ты ему сделаешь. Но в таких вопросах, как продать оружие, чтобы идти против воли Китая, это очень тяжело. Ну, в смысле, Китай имеет возможность задушить Северную Корею. Но Китай имеет возможность задушить Россию. В экономическом смысле задушить. Просто это дольше и дороже, а Северную Корею быстро. Вот. Поэтому я не могу сказать, что это прям протекторат, колония. Не настолько. Но это мнение Китая будет обязательно учтено. А не просто так. Это не будет художественная самодеятельность в таком вопросе. Он мог сам поехать, без, не спрашивая Китай, поехать с визитом. Это пожалуйста. Сел на поезд, да поехал. Вот. И так далее. Но без спроса Китая продать оружие, вот в это я не готов поверить. Добре, пане Михайле, і на завершення вже цієї теми, думаєте, Путін дав все, що просив Кім Чен Ын, чи все-таки сторгувався і дасть йому не так-то багато, ну, їжу, продовольства, про якісь високі воєнні технологічні розробки, якщо вони взагалі-то є в Росії, і не йшлося? А какие, вот вы правильно подчеркнули, а какие такие военно-технологические разработки, кому он их отдаст? Корейцам? А что они с ним будут делать? Понимаете, в России есть какие-то очень узкие специализации, ну какие-то, да? Ну там, не знаю, гиперзвуковые ракеты, которые, как выяснилось, сбиваются Патриотом, как выяснилось. И типа, что с ними будет делать Северная Корея?
тоже установит у себя этот самый ракету «Кинжал», на что она ее установит, и куда она будет из нее стрелять. Над Сеулом стоит «Патриот», такой же, как вот в Киеве стоит. Поэтому что они с ней будут делать? Поэтому какие-то разговоры про какие-то высокие технологии, передаваемые Северной Кореей, но для этого в Северной Корее должны быть какие-то профессора, которые будут заниматься этими технологиями. Это же не Франция с Англией решили обменяться технологиями, где два профессора встретились и говорят на одном языке. Нет, это практически невероятно. Поэтому я гораздо больше верю в то, что Путин, если они о чем-то договорят, то есть если будет речь о продаже оружия, то платиться будет простыми вещами, в смысле нефть, сыр, масло, доллары, полезные вещи, крабы дальневосточные, опять-таки, девственницы. Ну такое, что можно как-то использовать в быту. До келиха шампанського, щоб було чим закусити. Зрозуміло, тут, пане Михайле, напередодні, на відміну від Кім Чен Іна, російський диктатор на своєму східному економічному форумі все ж таки виступив. Поки той прогулювався якимись екскурсіями, цей говорив чергову порцію маячні, яка звучала наступним чином. Звісно, порахував Путін знову втрати Збройних сил України. За його оцінками, при контрнаступі ми вже втратили 71 тисячу осіб, 543 танки та 18 тисяч бронемашин. Стільки навіть немає на озброєнні західних країн, але тим не менше. Бог з ним. Що помітила я? Що Путін, який починаючи з 4 червня, коли за його оцінкою почався український контрнаступ, він його постійно ховав і казав, все, він закінчився, він провалився, його просто не існує. Зараз він рахує втрати, але про контрнаступ слово це озвучує і не ховає його. Такою зміною часткової риторики Путін готується до мобілізації чи до жестів доброї волі? Я думаю, даже что доброй воли, конечно, потому что мобилизацию, про мобилизацию он как раз много сказал о том, что она не нужна, о том, что есть добровольцы. И программа, которую они сейчас оглашают, я вот вчера с удивлением это на CNN услышал, сам в шоке, что до конца года 420 тысяч еще они подпишут добровольцев. Я не знаю, откуда это взялось, но 420 тысяч CNN сообщила. Я, правда, до этого из России сходила цифра 420 тысяч до конца 2024 года. На CNN был именно до конца 2023 года. Поэтому пока они все ориентируются на вот этих самых добровольцев. И я думаю, кстати, что добровольцы есть. То есть это правда в какой-то степени. Добровольцы имеются в виду контрактники за деньги. То есть им пока проще покупать вот то нужное им количество людей, чем мобилизовывать. И я думаю, что они, кстати, получают более качественных людей в каком-то смысле. Ну, на контракты идут там какие-то люди, которые что-то там не обязательно воевали, но хоть где-то там служили или что-то делали, чем просто отлавливать там каких-то просто студентов. Вот, поэтому весьма вероятно, что мобилизации сейчас они проводить и не будут. А вот жесты доброй воли – это другое дело, конечно. Тут я очень, все мы надеемся на жесты доброй воли со стороны Российской Федерации.